Полицейские УМВД России по Одинцовскому городскому округу организовали легкоатлетический кросс на центральном стадионе города Одинцова. В командном зачете первое место занял отдел уголовного розыска УМВД. В личном зачете среди женщин одержала победу инспектор отдела по делам несовершеннолетних 2-го городского отдела полиции Любовь Панкратова. Чемпионом среди мужчин стал оперуполномоченный уголовного розыска Тимур Аюпов.